кто-то сказал, женщина должна быть лишь тенью своего мужа, а Тея Шерек экранизировала этот случай. Фильм «До встречи с тобой» во многом схож с французской лентой «1+1». Это в равной степени и комедия, и драма. Доброе утро! Он ненавидит меня. Когда я говорю, он смотрит на меня, как на дуру. Но ты и правда у нас глупышка. Сюжет повествует о молодой девушке, которая в поисках работы устраивается ухаживать за парализованным мужчиной. Со временем они сближаются и уже не могут представить жизни друг без друга. Многие пары не рискуют заключать браки в високосные годы, но 2016 исключение. Астрологи предрекают связавшим себя узами брака в год обезьяны счастливый творческий союз. Главное, грамотно составьте список гостей, чтобы ваш праздник не превратился в комедию «Свадебный угар». Майк и Дэйв Стэнглы. Им нужны спутницы на свадьбе сестры на Гавайях. Отличный шанс поехать на Гавайи на халяву. Мы ищем хороших девушек. Два брата-тусовщика, Майк и Дэйв, дали в интернете объявление о поиске идеальной пары подружек, чтобы отправиться на свадьбу сестры на Гавайях. Они надеются круто оторваться, но выбранный ими бесшабашный дуэт девушек обходит их по всем статьям. Дуэйн Скала Джонсон возвращается. Роли няньки и ловеласа в прошлом. На этот раз он в привычном для себя образе громилы и супергероя. Ты же у нас гуру в математике. Помоги мне сложить этот пазл. Будешь шоколадным гуглом. Бу-бу-бу. Пап, стой. Это олдскульный комедийный боевик в духе фильма «Час пик». Тут даже есть в конце нарезка неудавшихся и смешных дублей, которая окончательно перевешивает все сюжетные неудачи. Качественный юмор, химия главных героев и в целом бодрое развитие истории делают из фильма неплохую летнюю комедию. А вот следующую картину я бы не стала советовать смотреть тем, кто собирается в отпуск. Да, конечно, в фильме «Отмель» снимается прекрасная Блейк Лавли, и почти 90 минут она ходит в одном лишь купальнике, но, как говорится, послевкусие фильма еще долго не даст вам спокойно спать. Мама была права. Найти это место нелегко, но здесь просто рай. Бескрайний океан, безлюдный пляж, идеальные условия для серфингистов. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку. Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на песчаную отмель и не отступит до тех пор, пока не получит свое. Кистерева, Сергей Мякишев, «Тюменское время».